Приветствую всех, товарищи комбатанты! Вы на канале Apo Let's Play, с вами его ведущий Абрахман. Сегодня поговорим и посмотрим, будем делать экскурсию у меня на основном аккаунте. К чему же я добился за год, куда я тратил больше 3000 долларов, то есть и что же я достал за эти деньги. И вообще, стоит ли донатить в эту игру. И, конечно же, не обойдемся без халявных душ, поэтому смотрите от начала и до конца, будет интересно. Начнем сразу после рекламы. Устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Если ты устал от мошенников, то я тебе советую магазин игровой валюты The Apo MK Shop. Именно здесь ты найдешь всю услугу MK Mobile не только для Android и на iOS. Прямо сейчас у них идут скидки на весь их товар 50%. А если к ним будешь обратиться по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ бесплатно 500 душ. Дерзай, ссылка будет в описании. И первым делом в глаза бросаются 300 тысяч душ, больше чем и 700 миллионов золотых монеты. Только не спешите делать выводы и писать в комментариях футы, читеры и так далее. Просто у меня контракт с магазином игровой валюты The Apo MK Shop. Оттуда и у меня души. Иногда я их покупаю, иногда за счет рекламы я их беру. У них за бесплатно, то есть за счет рекламы, как и у обычных ютуберов, которые рекламируют магазины игровой валюты, то есть оттуда и у меня души. И, конечно же, сначала давайте перейдем на настройки и перейдем на раздел диагностика. И тут можем видеть, что аккаунт был создан в 2021 году в месяце январь, то есть на первом месяце, это получается январь. И тут показывает, что аккаунту уже больше, чем год. Ну, нет, еще не два года. Год, полтора года. Ну, еще не два точно. И куда я тратил 3000 долларов? Больше, чем 3000 долларов. Давайте перейдем на коллекцию. И по сортировке посмотрим. Давайте сначала алмазки. И тут, конечно, можете видеть, что у меня Noob Saibot на X-слиянии. Это за счет сильных персонажей, за счет того, что я очень много играл в Войну Фракции. И Лю Кан, Бог Огня, он является пока что абсолютно донатным персонажем, можно сказать. Я его... Этот персонаж именно тот, который меня заставил тратить больше всего часть своих денег. То есть можно сказать, что я за него очень много тратил своих денег. Достать его было вообще, ребят, как бы не очень легко. А последний раз, когда я его достал два слияния, я делал ролик у себя на канале. И его посмотрели очень многие блогеры и обычные игроки. То есть они в курсе, откуда у меня X-слияние Лю Кан. То есть он не был... я его не достал через накрутку, которую сейчас делают обычные магазины, то есть награды, башни и так далее. Я абсолютно его покупал, но не всегда делал ролики, потому что наверняка вы знаете, что обычно шансы на донатные персонажи не 100%, там 20% и так далее. Бывали такие моменты, что я не был уверен, что я смогу его достать, и на удачу просто открывал и оттуда и достал его. И как можете видеть, тут из необычных персонажей, из редких, МК-11 Noob Saibot, Кожаное лицо ужаса, тоже очень редкий персонаж, Шао Кан на X слияние, и, конечно же, Лю Кан тоже круга тени на X слияние, ребят. Итак, Рейден Инжастис тоже очень редкий персонаж на X слияние, но тут хищняя Мелина тут у меня на 9 слиянии, я не смог ее до X прокачать. Итак, кто же еще тут из интересных есть? Я мертвых Джейд на X-слиянии, классические рептилия тоже на X-слиянии. Ужаса Джейсон Вурхис тоже очень редкий персонаж на X-слиянии. Итак, Шансун из тоже очень редких персонажей на 9 слиянии, ребят. Я за него донатил мало, больше всего достал из башни, то есть из фатальной башни, получается... Колдуна достал его последний раз на 9 слияния. И тут, как можете видеть, Ронин Китана у меня на 9 слиянии.
Черный дракон, Кабал на восьмом слиянии, по-моему, или на седьмом. Эрон Блэк, День мертвых, тоже на восьмом слиянии. И на седьмом слиянии у меня Рейн, тоже из редких персонажей. Я за него тоже донатил, как и донатил за Люка на Бога Огня. Его тоже достать было очень тяжело, но его тоже можно было достать из набора «Да будет дождь», но там тоже шансы очень редкие. До седьмого слияния смог достать. Из-за того, что аккаунту еще мало, то есть больше чем год, поэтому классический Люкан у меня только на седьмом слиянии. Тоже недавно достал один слияние из набора. Элитный набор, мастера единоборства. Оттуда он мне выпал один раз. И тут уже дальше идут на слияние. То есть не X, а Кругатени Кун Лао, тоже очень хороший персонаж на девятом слиянии. Холодная война, Сони Блейд на седьмом. Ударной группы Джонни Кейдж на шестом. И тут, как можете видеть, тот же самый из отряда ужаса Фредди Крюгер у меня на пятом слиянии. Итак, куда же я еще донатил? Итак, из редких тут Assassin's Jade на пятом. Классический Джакс тоже на пятом. Дивора. Дивора Отродье тоже на четвертом слиянии. Не знаю, напишите в комментариях. Интересно будет узнать, нравится ли вам Дивора, то есть какой-либо, золотой или алмазный, без разницы. Тоже из очень редких персонажей Холодная война, Скарлетт на четвертом слиянии, ребят. Итак, Терминатор, Защитник на третьем, Ронин Кенши тоже на третьем, классический Рейн тоже на третьем, Черный дракон, Тремор тоже на третьем. Итак, Темные судьбы, Терминатор на втором слиянии, МК-11 Ночной Волк тоже на втором слиянии, МК-11 Синдел, тоже донатный персонаж. И тут, как можете видеть, может быть странно, но Кано Черный Дракон у меня на первом слиянии. Я его вообще ниоткуда не достал, и за него вообще, можно сказать, почти что не играл. Он на 50-м левеле, но я за него почти что не играю. И вот из донатных МК-11 Синдел, Король Жуликов Джокер, МК-11 Фуджин. И у меня на канале можете видеть, можете найти такие ролики, как я донатил за Фуджина МК-11, за Синдел, за Король Жуликов Джокера, и за Ночного Волка я донатил, и за Скарлетт тоже, по-моему, Холодная война, но там набор был рандомный, Скарлетт алмазная падала, тоже за эти наборы я донатил, ребят. В общем, вот, если я донатил где-то больше 3000 долларов, получается, больше 50% ушло, чтобы прокачать Люкана Бога Огня на их слияние. В общем, опытные игроки понимают, что достать, то есть Люкана Бога Огня, вообще нереально, то есть хоть и за донат. В общем, я блогер низкого уровня, то есть по просмотру, по активу, я не скажу, что я даже на среднем, в общем, как можно сказать, даже не средний, а низкий пока что у меня, как можно сказать, актив и так далее, в общем, нету. Это, конечно, не радует. И вот такой вот получается, за такие просмотры, за такие активы зарабатывать, чтобы донатить вот таких вот за донатных персонажей до X слияния, это вообще нереально в моем уровне, ребят. И, конечно, это не все, куда еще я тратил свои деньги. Из золотых можете видеть, что классическая Джейд тоже на X слияние, она тоже в начале была за донат, то есть за нее тоже я донатил немало. Итак, из редких, кто же еще тут у нас есть? Из редких, конечно же, Смоук классический на X слиянии. Итак, вот такая вот Таня есть, Таня Кобо-Дзюцу. Она тоже раньше была, можно было ее достать, сейчас не помню, сейчас, по-моему, тоже можно или нет. По-моему, ее уже убрали из воинов фракции за рубины, можно было ее прокачивать. Итак, кто же тут еще, за кого же я донатил? Из редких классический Нуб Сайбот есть, да, X-слияние прокачанный. И да, тут из редких, конечно же,
грех будет не упомянуть Джейсона Вурхиза слэшера. Он прокачан, да, и к слиянию, ребят. Но, конечно, он за души. И, в общем, кто тут у нас еще есть из донатных? Вот, смотрите. Тут Combat Cup. Combat Cup, Кейси Кейдж, я за нее тоже донатил, но почему-то я не все свои донаты снимал на ролики, потому что, как я уже упомянул ранее, там нету шанса 100% достать. В общем, у меня вообще не было этого телефона, я недавно купил, поэтому второй мой телефон, я его не достал, хотел бы показать Redmi, у него памяти было мало, поэтому не мог все свои донаты записывать. В общем, за счет этого у меня нету все ролики с донатом. И тут из донатных Таня Пиромант, четвертого слияния. Конечно, кто-то из вас может сказать, то есть, что ты несешь, то есть, их можно достать за прохождение башен, даже за проигрыш дают, и, конечно же, за славу некоторые достают, но, ребят, просто такая ситуация, что я их именно, когда вот персонаж выходит за донат первый, когда вот недавно он его просто добавляет в игру, я начинаю донатить в этого персонажа, я стараюсь, конечно, донатить, и в это время я их прокачиваю, а потом уже, если они на слиянии, они, возможно, падают потом уже от башен за проигрыш, за славу и так далее, но скажу, что я очень редко достал за славу персонажа, потому что я достаю души из магазина игровой валюты The Apoimco Shop. Поэтому я вообще на часовые задания не ставлю как бы персонажев. И тут Combat Cup из донатных Таня Пиромант и, конечно же, Ящерица Барака. Ящерицу Бараку я тоже донатил немало, и он у меня на первом слиянии, ребят. И единственный персонаж, если вы обратили внимание, у меня не хватает классического шансуна на аккаунте. Когда за него вышел донатный набор, у меня просто денег не было, чтобы за него донатить. И, то есть, как говорится, для полного счастья у меня не хватает только классического шансуна. Итак, из снаряжений давайте по сортировке покажу. И должен сказать, что я хочу этот аккаунт продать. Кому, как бы, кого интересует данный аккаунт, платформа Android, абсолютно чистый рандом, то есть за душу можете не бояться, магазин игровой валюты The Apoimco Shop работает чисто, все аккуратно, бана нету, то есть с гарантией аккаунт продается. Кого интересует, ссылка на мой ВК будет в описании, то есть обращайтесь ко мне за аккаунтом, если понравился. Если нравится аккаунт истинному ценителю этого аккаунта, возможно, если сможем договориться, продам аккаунт. И хочу начать путь новичка. То есть на таком крутом аккаунте играть, конечно, интересно, но зрителям, думаю, это будет неинтересно. Поэтому хочу себе тестить на пути новички. Если вы тоже поддерживаете, напишите об этом в комментариях. Либо вам, если лень, просто поддержите ролик лайком, чтобы я знал, что вам нравится идея начать путь новичка. Итак, из воинов фракции тут Шар на цепи Молоха на X-слияние, руководство Кара на X-слияние, Поезд тени, Перстень Циндел, Опустошитель, Молот гнева, Кровавый томагавк, Кровавая кукла Вуду, Кровавая броня Шаукана, Камень Шанцуна и так далее. В общем, все снаряжения из воинов фракции у меня давно на X-слияние. Итак, тут уже комплекты идут на бруталку, то есть это низкое силовое поле, это бруталка для Джейта, у меня на пятом слиянии. Копье короля Джереда на пятом слиянии, истязатель Бихань на пятом слиянии, бруталка Нуба Сайбота. Итак, кинжал духов на четвертом слиянии, искатель душ на четвертом слиянии, слуга похитителя душ, комплект для бруталки Шанцуна на третьем слиянии, обжигающая месть призрака, комплект для бруталки Скорпиона на третьем слиянии, истязатель на третьем слиянии, знаменитый повелитель моды, то есть комплект для бруталки Джонни Кейджа на третьем слиянии, змеиная Кусарикама, по-моему, это комплект для бруталки. Нет, я что-то ошибся. Я думал, это комплект бруталки рептилии. И Куань Дао, мастера Ушу. Это комплект для бруталки
Кунлау, да, это было. Это низкое, это низкий браслет, это комплект для бруталки Джейда. Шляпа Синдзей, это, по-моему, не комплект для бруталки. Церемонная трубка, это комплект для... Нет, нет, это не комплект. Схрон путешественника во времени, это падал из безумной башни. Комплект для бруталки из новых для Терминатора. Итак, медвежий клык племени Мотока, это комплект для бруталки ночного волка на втором слиянии. Куртка убийцы на втором слиянии. Варановая куртка на втором, Ботфорты, это комплект для бруталки Синдел на втором слиянии. Божественный плащ Аргуса, это комплект для бруталки Рейна на втором слиянии. Удача контрабандиста первого, страсть принцессы первого. Сосуд смерти ядовитого дракона, это комплект для бруталки рептилий на первом слиянии. Проклятый кнут первого слияния, нунчаки чемпиона, это комплект для бруталки Люкана в первом слиянии. Любимая игрушка из безумной башни первого слияния, туз рукавы разбойника, это комплект для бруталки Эрна Блэка. Скипетр Куайлян, это бруталка для Саб-Зиро, комплект без слияния, то есть предсказатель несчастья. Это, по-моему, не бруталка, да? Да, тоже без слияния. Последняя затяжка звезды рестлинга, это комплект для бруталки Джакса. Маска безумная, безумие династии, это комплект для бруталки Китаны. Ледяная маска не комплект, демоническая летучая мышь, это тоже не комплект, генеральский пистолет отца, это комплект для бруталки Сони Блейд. И буревестник повелителя грома, это комплект для бруталки Рейдена, тоже без слияния, ребят. Давайте просто по числу посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ну, где-то 30-35 около, по-моему, есть. Из эпических. Из редких тут нас интересует. Итак, тело из стали, ребят. Итак, Тего Кеги, ядовитого дракона, тоже комплект рептилии на их слиянии, конечно же. Темная мантия, очень-очень-очень полезная штука, тоже на их слиянии. У меня тело из стали, тоже очень полезная штука на их слиянии. Итак, счастливая шляпа разбойника, тоже очень то есть имбовых снаряжений, тоже на их слиянии. Символ повелителя грома, тоже на их слиянии, комплект для бруталки Рейдена. Сафировый кинжал их слияния. Итак, праздничная маска злой сестры, это, по-моему, комплект для бруталки Мелины было. Я что-то... А, стоп. Я не понял. Дерзким нарядом злой сестры. А, у меня комплект только есть из редких, комплект бруталки Мелины, но ее эпика у меня нет. Поиск похитителя душ, тоже на их слиянии, комплект тоже является частью бруталки Шансуна. Итак, парадная форма династии тоже является комплектом бруталки для Китаны на их слиянии. Папа на выходные на их слиянии. Его достать было не очень просто, но я смог. Этот тоже снаряжение является одним из тоже очень хороших, особенно если вы играете воинов фракции, ребят, тоже очень полезная штука. Кожаные наручи чемпиона тоже является комплектом части бруталки Люкана. Клинки Муромасы тоже очень полезная штука, особенно для башни Сериарю. В общем, это не является комплектом бруталки для Скорпиона. Так, змеиная кожа племени Мотока тоже является частью ночного волка для бруталки, да, по-моему? Да. Итак, тоже он на их слиянии, ребят. Итак, Джексофон звезды рестлинга тоже на их слиянии, комплект для бруталки Джакса. Из интересных, божественный наплечник Торнадо тоже комплект для бруталки Рейна на их слиянии. Итак, адские цепи призрака тоже на их слиянии, комплект для бруталки Скорпиона. Клык паука из скрипты, тоже очень полезная штука
Итак, капюшон гадюки и так далее. В общем, всех читать не буду, и так ролик будет тянуться можно тянуть бесконечно, если так читать. Итак, тут тоже можете видеть необычные сражения из башни, почти что все на их слиянии. Из разных башен очень полезные вещи. Кто понимает, по-моему, тот понимает. Например, итак, коллекция трофеев. Тут есть для Джейсона Вурхиза: после поражения Джейсон воскрешается и получает эффект усиления и 1 очко силы. То есть тоже очень полезная штука. То есть таких можно найти несколько среди этих персонажей, извиняюсь, среди этих сражений. И тут уже идет 5-го слияния: боксерские перчатки кобры, меч черного дракона, замороженная мумия, наручи Куайляна, комплект для бруталки Саб-Зиро, зубы дракона и смертельные сосульки. Итак, в общем, кто-то из вас может спросить, то есть какой смысл покупать такой аккаунт. В общем, я скажу то, что есть смысл, потому что тут не все персонажи, да, их слияния прокачаны, хотя они есть. Например, такие как, давайте посмотрим из донатных, таких как Синдел, Фуджин, вот сейчас. Например, тут, во-первых, у меня нету классического шансона, его нужно будет достать. Король жуликов, Джокер, у меня без слияния. Ящерица Барака тоже без слияния. МК-11 Фуджин тоже без слияния. МК-11 Синдел тоже без слияния. Таня Пироман тоже не их слияние. В общем, таких персонажей очень много, и смысл, конечно же, есть играть на этом аккаунте и достать тех персонажей, которые не на их слияние, ребят. Но, конечно, я не заставляю никого покупать или еще что-то. В общем, вот такой вот у меня основной аккаунт. Я прокачал больше за год, потратил за это больше, чем 3000 долларов. И получил вот таких вот персонажей. И, конечно же, буду ждать ваших оценков на мой основной аккаунт, насколько вы его оцениваете. И чтобы поддержать меня, я попрошу вас просто поставить лайк, подписаться на канал, поддержать ролик лайком и написать любой комментарий. И да, чуть не забыл сделать итоги конкурса и объявить новый конкурс. У нас на прошлом розыгрыше победил Миша Савлок. Если ты меня смотришь, обратись по ссылкам в описании в мой ВК и забери свой приз. И хочу объявить новый конкурс на 5К душ. Участвовать могут обе платформы, и Android, и iOS. Чтобы участвовать, от вас требуется всего лишь выполнить несколько простых условий. Первым делом поддержать ролик лайком и подписаться на мой YouTube канал, если вы еще вдруг не подписаны. И написать комментарий, обязательно слово «участвую» и все, что вы хотите. И обязательно перейти по ссылкам в описании и вступите в ВК сообщество The Poemka Shop. И если есть возможность, будет лучше, если вы будете делиться с этим роликом со своими друзьями, которые играют в МК Мобайл, если они есть. Это ради актива моего канала. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. С вами был ведущий канала по Let's Play. Всем до скорых встреч. Берегите себя. Всем мира и добра. Всем пока-пока.